Их возможности безграничны, так же, как и желание жить ярко и активно. Участники фестиваля «Хрустальный петушок» — это дети с ограниченными возможностями. Природа их не наградила крепким здоровьем, но зато вот талантом не обделила. Камила Скрека на фестивале уже во второй раз. Номер в этом году сложный. Нужно и петь, и играть на флейте. Репетировали специально вот с флейты. Это задумка. Ну, чтобы было более интересно и более такой, ну, красивый номер. «Цветики, семицветики», сказка. И вот эту песенку подобрали, я думаю, очень подходящий к нашему фестивалю, что мечты у всех ребят сбываются. Все могли бы делать добрые дела. В этом году «Хрустальный петушок» празднует свой 10-летний юбилей. Он прошел длинный путь от конкурса талантов до большого творческого фестиваля. Я вам всем желаю удачи. Я надеюсь, что вы сегодня покажете все самое лучшее, что вы умеете, найдете новых друзей, и мы продолжим эту хорошую традицию дальше вместе с вами. В отборочных этапах в районах участие приняли сотни талантливых детей. На сцену зимнего театра вышли лучшие. Каждый получил диплом лауреата и подарки от друзей фестиваля. Фестиваль «Хрустальный петушок», он развивает, как-то дает такой толчок для людей, которые, может быть, чем-то обделены в здоровье, но у них открываются другие какие-то чакры, у них открываются каналы творческие, они начинают творить, лепить, рисовать, кто-то поет, кто-то начинает танцевать. Организатор «Хрустального петушка» – Лига женщин Мосдобра. У общественной организации новый президент, заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева. А цели все те же – помогать талантам. Я выступаю в качестве президента Лиги женщин Мосдобра первый раз. Я в течение 5 лет приезжала сюда как артист, и, конечно, я радею за каждого ребенка, который поднимается на эту сцену, и, безусловно, радуюсь их успехам. Ежегодно «Хрустальный петушок» проходит в рамках празднования Дня города, и сегодня юные артисты свои стихи, песни и танцы посвящали любимому Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.